Всем привет! Интернет-магазин «Вещь» представляет интересное устройство, называется напалечный фиксатор, либо миниатюрные наручники на большие пальцы рук. Интересное устройство тем, что оно состоит из стали, а не из какого-нибудь пластика, полнофункциональное, надежное в использовании, ну и достаточно нужная вещь, которая может пригодиться каждому из нас всегда. Вот, значит, как оно работает? В принципе, они работают так же, как и классические наручники. Идет специальный защелкивающий механизм. Мы тут можем увидеть два гнезда для ключей. Я про них расскажу чуть позже. Вот, значит, защелкиваются они как классическим способом, просто затяжкой, либо наброской, вот таким образом. То есть, ну, я могу сейчас высыпать, но в основном это вот так вот можно запросто их использовать, не будут защелкиваться. Вот, значит, вставляем в первый пазл ключик. Значит, поворачиваем влево, открывается левая сторона. Поворачиваем вправо, правая сторона. Верхний пазл для ключа нам нужен для того, чтобы мы могли поставить эти наручники на предохранитель. Нажимаем сверху на кнопочку, и они у нас временно не работают. Это специально сделано для того, чтобы если дети захотят поиграться, либо еще знакомые подурковать, можно им отдать в таком положении. Пусть играются, нам не жалко. Вот. Для включения их в работоспособное положение прокручиваем один раз. Они у нас снова готовы к работе. Вес устройства 114 грамм плюс 2 ключика. Выполнено все из стали и покрыто хорошим хромом. Пожалуйста, заказывайте. Отличная штука на каждый день.